Здравствуйте! Приветствую вас из подмосковного леса. Сегодня, 22 апреля, во Всемирный день Земли, мы начинаем серию репортажей о том, как лес растет, как он развивается и какие тайны хранит в себе. Смотрим. Мы начнем нашу экскурсию с традиционной загадки. Что такое зимой и летом одним цветом? Да, конечно, и ель, и сосна не сбрасывают хвою и остаются круглый год зелеными. Но хотелось бы обратить ваше внимание еще на одно растение, хорошо вам знакомое. Оно остается зеленым под снегом, и сейчас, когда еще только-только начинает появляться трава, она радует нас своими зелеными яркими листьями. Мы с вами так тихо прошлись по брусничнику, что даже не спугнули одного из обитателей леса. Вот посмотрите, он притаился, делает вид, что похож на палочку или на сучок. Да. Посмотрите на язык. Змеи имеют достаточно плохое зрение, но это компенсируется другими чувствами, другими органами чувств. Они прекрасно слышат, причем всей поверхностью тела. Ну и обоняние заменяет им глаза. Потрясающее существо. Давайте не будем его нервировать и пойдем дальше. А вот другое, хорошо знакомое ягодное растение. В отличие от брусники, черника сбрасывает свои листья на зиму, но ее побеги остаются зелеными круглый год. Вот посмотрите, как она выглядит весной. Вот будем ждать, когда распустятся листья и черника зацветет. Ну, естественно, будем ждать ягод. Лес – удивительное создание природы. Он умеет сам себя восстанавливать. Вот посмотрите, на моховом покрове растет маленькая елочка. Ну, может быть, лет 5 от роду. Под пологом своих более старших собратьев, берез, сосен, она здесь себя прекрасно чувствует, поскольку может переносить затенение. Ну, пройдет несколько десятилетий, она переживет эти старшие березы. Ну и вырастет большое, симпатичное дерево. Жизнь продолжается. Еще на одно интересное растение хотелось бы обратить ваше внимание. Ну, некоторые даже, наверное, за растение его не считают. Но это очень древняя, очень интересная группа организмов. Это мхи. Вот посмотрим, что у нас здесь под ногами. Я покажу вам вот такую картинку хорошо знакомого вам мха сфагнума. Он известен по болотам, по увлажненным местам. И одна из его важнейших функций в экосистеме леса – это запасание влаги. Ну и человек тоже его использует. В сельской местности до сих пор используют для уплотнения стыков между бревнами. А во время Великой Отечественной войны, в отсутствии перевязочных средств, именно сфагнум использовался как заменитель антисептиков, как заменитель медицинской ваты. Ну, наверное, не одна жизнь была спасена благодаря вот этому, казалось бы, невзрачному такому маленькому растению. Лес – удивительное творение природы, но очень хрупкое. И мы призываем вас всех сделать все, чтобы эти леса жили бесконечно долго на нашей планете. С праздником вас! С Днем Земли!